Я даже услышал хороший сегодня афоризм, что в 21 веке, да, в присутствии коронавируса, тем более, любые войны могут быть проводиться только онлайн. Так что пусть так и будет впредь. И мы с вами немножко напомним два важнейших момента нашей с вами встречи. Во-первых, нас тестующих трое, а слушающих неограниченное количество. И это, в общем-то, в традиции Кавказа обычно давали такую возможность послушать всем, а потом или в процессе как бы написать нам свои вопросы. Мы их внимательно будем отслеживать и постараемся сразу, может быть, на них отвечать. Да. Во-вторых, у нас тема заявлена как «Жизнь без короны». «Жизнь без короны», да? И два вопроса поднимались: кто виноват и что делать. Вот. И мы тоже хотели бы добавить и в тот, и другой вопрос какого-то сутьевого понимания, потому что зачем мы, в общем-то, встречаемся, да, для того, чтобы как-то вот суть вышла на поверхность. Иначе это все будет пустозвонство, что не приветствуется ни суфиями, ни йогами. Да, мы лучше будем сидеть на гвоздях, медитировать, чем пустопорожние речи вести. Вот. Но я хотел бы напомнить, что мы, в общем-то, вскрыли определенные моменты в прошлый раз, да, сказав о том, что если мы говорим о настоящей йоге, да, то она с самого начала, да, издревле указывала на страх как, ну, вместе с тщетными желаниями, как на источник всех страданий и бед. Да, то есть вот проблема страха, которая явно присутствует в нашем современном мире, льется со всех сторон, включи любой, значит, источник, и тут же по полной программе ты получишь информацию устрашающую. Вот. Это имеет прямое отношение к практике йоги. Да? И все участники дискуссии, обсуждения сошлись на том, что корона слетела с головы тех, кто, в общем-то, примазался к реальной йоге под видом того, что они тоже, скажем, стоят на голове, тоже растяжки у них хорошие, вот, но тем и отличается духовное учение от физкультуры, что в ней есть вот наша первая часть нашей встречи. Три в кубе все-таки, да? А три в йоге означает, что в нашем распоряжении есть тело, душа и дух. Да? И вот разобраться, что нужно делать с телом, в чем состоит загадка души, и какое мы имеем отношение к духу, мы так постепенно выясняли в прошлый раз и как бы вместе со всеми пришли к формуле, что что бы мы ни делали, начиная от самых простейших так, движений, очищений, мы на самом деле стремимся раскрыть формулу. Я есть ты, ты есть я, да? Мы одно единое целое. Вот эта формула, она не может ускользать из нашего поля внимания, чем бы мы ни занимались, но ускользает. Да, и поэтому вот слетает корона, но для того, чтобы как бы дать импульс каким-то новым интересным моментам, мы в конце заявили, что все-таки есть нечто,
внутри нас коронованное, да, с чего никогда корона не слетает. И вот понять, что это внутри каждого из нас есть, отсылает нас, в общем-то, к древним нашим мастерам. И я бы сегодня хотел, я буду часто ссылаться, да позволит мне, значит, Всевышний это сделать, на Пифагора. Потому что вот Пифагор, я считаю, это самый первый йог европейского пошиба. Да, очень глубокий, выдающийся, и который, кстати говоря, первый сказал о том, что цель жизни человека, да, это математика. Не в том смысле, что вот Пифагоровы штаны во все стороны равны, а в том, что человек, он должен привнести в свою жизнь вот эту гармонию, да, которая есть в любой формуле. Да, ведь в любой формуле есть вот это вот равенство. Да, и вот слева и справа должно быть все гармонично. И вот с этого посыла я поднимаю первый тост за Пифагора. Да, и за всех, кто понимает, что такое триединство. Тело, души и духа. Теперь передаю Андрею слово. А, слушай, как хорошо сказал, а? Стараюсь, слушай. Ну, помада. Профессионал. Про страх. Смотрите, вот мы говорил про страх, что мы в прошлом раз, в прошлую нашу встречу разбирались вот с этим явлением страха. Я немножко хотел бы вот уйти в такую область, разобраться с тем, что же такое страх и где он живет. Вот почему это так стало актуально для всех сразу? Вот для этого нужно прийти к пониманию информационного пространства. В общем-то, это то, что высказывали в свое время ученые, русские ученые и французские ученые, например, Теар де Шарден, Вернадский, Чижевский. Вот это понятие ноосферы, то есть некой, ну, он, может быть, более широкое понятие включал в себя, информационной среды, да, в которой живет все человечество, не только человечество, а вообще все. Ну, у буддистов, например, понимание барду – это некие пространства, да, то есть существует пространство смерти, переходы между жизнью и смертью, барда жизни, барда сна, то есть пространство, которое имеет определенные характеристики. И в этих пространствах позволено, ну, то есть они живут по своим законам, позволено что-то сделать, что-то можно было сделать. И вот информационное пространство – это особое пространство, в котором как раз есть свои законы. И вот некто очень известный товарищ заявил когда-то, и часто по радио, по телевидению вот эту фразу цитируют, значит, кто владеет чем информацией, тот владеет миром. Вот эти товарищи решили, что они имеют возможность и право владеть информацией, которая будет давать им право владеть миром. Это очень интересная тема. Почему? Смотрите, можно ли, если разбирать вот это вот пространство с позиции именно знания йоги, то это пространство, которое может заполняться, оно может иметь разные содержимые. Разные содержимые, которые можно туда впихнуть, это содержимое. Да? То есть создать искусственно с помощью различных идей, энергии соответствующей, закачанной, но энергии деньги, власть и так далее, тоже энергия. И можно создать определенную среду информационную, которая из-за того, что эта среда проницаемая, она воздействует на всех участников этого пространства. Поэтому все получают, так сказать, по серьгам. И, соответственно, люди, которые решили, что они могут владеть чем-то, а это особые люди, потому что они считают себя избранными, элитой, сами себя назначили. Почему? Ну, вот почему-то так происходит. Это тоже отдельная тема, что люди, которые получили особенность какую-то, да, то есть отличную от других, они вдруг создали себе особенную
создали особенную психологию, особенную как бы ментальность и отдельность себя от другого мира. То есть они потерялись в законе. Законы, который, един для всех на самом деле. И люди вдруг стали считать, что, имея богатство и власть, они способны управлять и владеть. То есть, во-первых, владеть чем-то. Если мы, видимо, они просто плохо читали сказки в древности, и мудрости там древних сказок, сказаний и так далее, что даже боги и святые, и все остальные, они этим законам подвержены. То есть никто нет от законов причинно-следственных отношений, от закона воздаяния, никто не освобожден. И все подвержены этому. Никакая избранность не позволит человеку быть над законом мировым законом. Поэтому вот этот вот момент владения, то есть почему-то люди подумали, что у них создалась такая идея, что можно владеть чем-то, владеть материальным, но уже даже это не понимание, в этом нет духовного понимания, потому что люди не могут ничем владеть, потому что они из ничего пришли, ничто уйдут, и ничего с собой не утащишь. Поэтому, но вот эта вот иллюзия, идея, которую они пестуют, и вылилось вот в целое, так сказать, направление капитализма, да, где нужно больше владеть, больше иметь, и ты будешь вот особенным, избранным и так далее. На этом рождается очень много разных философий, которые извращенные философии. На этом порождаются все вот эти идеи измов, идеи вот этого преобладания избранности и отдельности человека. А мы знаем, что отдельность – это то, что как раз человек отделяет от единого вселенского вот этого мира, от мироздания, и тем самым приводит к конфликту, обязательно приводит к страданиям, обязательно приходит к разрушению. Потому что ничего мы на самом деле не имеем, кроме вот этого единой связи. И если мы ее теряем, эту связь, то есть теряем связь через свою душу, а теряем сначала душу, а через душу мы теряем связь. Потому что душа – это то, что нас связывает как раз вот с этим духом вселенским. И поэтому люди, которые за свое, в сознание свое запустили вот подобные идеи разрушительные, а потом им показалось, что этого мало, нужно всех наделить этой идеей. Потому что тогда люди будут управляемы. Раз они мою идею приняли, я программист, я написал идею, теперь я эту программу буду продавать всем. И вот запустили такую волну, которая изменила у людей глобально сознание. То есть люди потерялись в этой реальности созданной и потеряли действительное. Ну, то, для чего и существует наука йоги. Наука йоги – это как раз приход к действительности, чтобы мы могли вернуть себя вот в это состояние своего единства с этим миром, почувствовать себя опять собою, как целостность, полноценностью вот этого единого большого пространства, в котором есть законы. И если вы эти законы, товарищи, не знаете, но это не значит, что вы освобождаетесь от ответственности, потому что они также будут действовать. Вот я могу, так сказать, как бы для немножко шутки ради, а может быть и не шутки ради, то есть по закону воздаяния, да, вот посеялась волна вот этой вот паники, на которой, как бы седлав ее, можно было, ну, во-первых, свести с ума людей, которые потерялись, которые не было вот этого внутреннего своего собственного стержня и духовного, то есть это связи с истинными, потому что уже была подготовлена почва, это много-много там лет работалось на то, чтобы разрушить вот это вот знание в людях. И вдруг это все хлопнуло, и теперь мы получаем возможность управлять людьми, которые вот в этом страхе могут пойти на любые шаги, создать, ну, что нам нужно, отдать, что нам нужно, ну и так далее. То есть это нормально, как бы, с их понятия, с их позиций. Но ведь это же не любое действие, даже еще в нашей марксистско-ленинской идеологии, если помним, да, у нас это диалектика, да? Диалектический материализм был. Материализм, да-да-да. Не путать с Гегелем. Да-да-да. И вот там как раз про то, что причинно-следственную цепочку они не отменяли как раз. Закон кармы там был уже прописан. То есть обязательно есть причина, которая приведет к следствию. А следствие, оно может, так сказать, такое, что обратно дает ответку-то. Вот люди, которые сейчас, например, создают вот эту волну, а эта волна может не соответствовать вот
самое главное, да, это попасть вот в следование Дао у китайцев. Вот такое, да, понимание, что важно именно такую идею, такую информацию запускать в мир, которая его развивает, которая его поднимает, которая соответствует именно вот этому сейчас настоящему моменту. А тут появляется другое, то есть есть желание людей сделать мир под себя, сделать такой, какой я хочу. Вот наша группа людей собралась, мы таким хотим, у нас есть власть, у нас есть деньги, мы это сделаем. И они начинают такую работу. Создали пирамиду тех, кто там, кого запугали, кого там взяли под козырек, так сказать, используя власть, купили. Вот, но это те люди, которые стали в принадлежности этой пирамиды. Они думают, что пирамида размажет ответственность, но она не размазывает. То есть просто все участники этих событий все получат. Все получат. Просто даже ссылки на то, что я же выполнял приказы, я же там делал, как мне сказали, я же человек, так сказать, военный, я человек такой-то, такой-то, там еще что-то. То есть у меня есть начальники, они мне сказали, и ответственность на них, нифига подобного. Значит, ответственность будет за то решение, которое человек сделал. Он сделал его. И обратка идет как раз на него. И не размажешь это все. Понимаете? Вот этот вот момент, который, на мой взгляд, очень ключевой, потому что вот это вот использует незнание людей, опять же, невежество, как работает закон этого воздаяния. Значит, вот почему я хочу эту сказку рассказать такую. Ну, кто смотрел, наверное, фильм «Гримм», вот этот вот многосерийный был такой фэнтезийный фильм, там был такой персонаж Грим, то есть как бы тот, который видел суть фактически, да, человеческую, людей, которые, или нечеловеческую, то есть сущности, которые могли превращаться в животных, там, и у них сущность животных была, но носили маски людей. И вот там был такой персонаж Эль-Кукуй. Значит, Эль-Кукуй – это испанская такая, видимо, легенда, которая наверняка есть какая-то основа для этого, что когда накапливается зло, много зла, и никто не может, так сказать, с ним справиться в этом мире, то матери, которые, или женщины, которые вот почувствовали вот эту вот боль за своих детей, которых там убили, которые заболели, которым причинили страдания кто-то, вот они обращаются в небо, в пространство, говорят: «Кукуй, помоги, вот ты, кто-то должен же нам помочь-то, вот высшая инстанция». И вот эта высшая инстанция приходит в виде этого Эль-Кукуй, там старушка была такая, в виде старушки, которая всех этих вот, как говорится, замочила всех бандюков, которые там, значит, причинили вред этим детям, этих матерей. И вот этот Эль-Кукуй, он постоянно слушает, бабушка-то сидит и слушает, а где кричит: «О, Эль-Кукуй, помоги, помоги». Вот сейчас столько людей, которые узнают, а ведь шилом в мешке не утаишь, в информационном пространстве все равно все начинает открываться, просачиваться. И владеть этим миром, который не может быть постоянным, все время только меняется. Единственное постоянство, мы знаем, это изменчивость. Так вот, начинают оборотки вращаться. И эти люди начинают вдруг получать вот эти по заслугам. То есть это как бы появляется судьба. Как она выразится, мы не знаем. То есть это не обязательно, что там вас убьют, и вы опять же заболеете, еще что-то. У Вселенной масса, так сказать, способов, как эту обратку запустить. Поэтому сейчас столько людей, которые уже прозрели и поняли, они начнут вот эту информацию это запускать вверх. Ребята, смотрите, что вы натворили. Эль-Кукуй, приходи, пожалуйста. И вот эта вот вселенская, так сказать, справедливость, она будет появляться. А что делать-то? Дело в том, что мы все в одной лодке. То есть это не значит, что мы будем злорадствовать и судить. Вот такие плохие получатся. Да нет, им помочь тоже нужно. Потому что мы все в одной лодке. И все, а если они раскачивают эту лодку, и все, кто попал, и все, кто этим это затеял, все зачинщики, мы все вот тут болтаемся. Поэтому для них тоже нужно какое-то знание, подсказку дать. Ребята, опомнитесь, вы хотите создать для себя такую же жизнь и другим этим людям, которые не должны так этого делать, не должно это быть. Поэтому единственный способ – это покаяться. То есть это единственный способ покаяния. То есть сейчас, если они это осознают искренне от сердца, там, когда они вдруг это поймут, что они натворили,
признает вот это вот понимание, но это уже, конечно, я как бы немножко сказать сказочное, но этот выход другого нет, потому что если люди хотят спастись и перейти на какую-то другую форму вот существования в итоге, да, по крайней мере, это как бы скостит, сейчас, минуту, скостит их, так сказать, вот эти вот дела неправедные, те, кто принадлежности присутствовал, и те, которые непосредственно был зачинщиком всего этого дела. Ну, а дальше нужно принять решение на другую жизнь, то есть следование другим законам. Вот это вот, на мой взгляд, очень важный момент, и йоги как раз, сейчас к йоге как раз и подвожу это, что именно йоги как духовные науки, которые позволят человеку увидеть правильно мир, то есть действительность, правильно понимать эти законы, и это не значит, что нужно адресоваться либо в религию, в древность какую-нибудь. Это то, что там было, это то, что отжило. Оно свое, многие вещи отжили. Не надо, так сказать, возрождать то, что уже прошло и исчезло. Можно сделать оттуда, вынести уроки, вынести те знания, которые были. Но повторять, как многие сейчас пытаются, скопировать какую-то форму жизни, там, ведическим человеком быть, там, еще каким-нибудь, еще каким-нибудь. То есть, опять же, не быть собой, а быть кем-то, быть чем-то. Это тоже неправильное. Это не йога. И то, что сейчас происходит тоже. Там пытаются играть в йогов там, формата 2000 лет тому назад, или там 5000 лет тому назад по этим сказкам, которые они пытаются воссоздать в себе. Это тоже иллюзия. Но суть именно в том, чтобы человек сумел войти вот в эту истину для себя. Вот, а как через что? Вот для этого как раз существует вот эта технология. Технология йоги. То есть соединение с информационной средой. А если я умею и чувствую, как я с ней соединился, я могу ей управлять как внутри себя, так и во внешнем мире, потому что это все проницаемо. Это понимание законов, знание, как это работает, ну, это вот как раз открывает возможность к управлению, реальному управлению мира в настоящем, не в идее, которую я хочу кому-то там, а именно как бы чувствовать вот этот вот импульс Дао. Если сейчас мир требует духа, он требует, чтобы люди изменились. Вот для этого, может быть, мы говорили с вами об этом, что ситуация, которая сейчас возникла, она именно к этому и привела всех. Чтобы, ребят, проснитесь, вот у вас последний шанс. Завтра будет ку-ку. Или это, ку-ку придет. И вот сейчас нужно это сделать. И те, кто не сделает, ну, это уже выбор ваш, судьба ваша. А какая-то часть людей должна вот это преодолеть, подняться над собой, над своими вот низкими вибрациями и заполнять это информационное пространство совершенно другим содержимым. И тогда появится другая элита. Другая элита, не та, которая с деньгами, с счетом в банке, еще с чем-то, а именно та, которая знает законы, та, которая реально будет управлять вот этим информационным пространством. Вот все. Дальше можно... Да. Ну, опять за Пифагора, потому что понятие настоящей элиты первый ввел Пифагор. Вот, да, и прежде чем передать дальше слово, мне вспомнилось о том, что мы действительно должны сострадать и тем, кто не понимает, и мы сейчас, вся Россия сейчас сострадает чертям, которые уже несколько дней ведут оборону ада от Жириновского, так что мы и им тоже будем сострадать. Вот. И вот я хотел бы заострить внимание на то, что сказал Андрей по поводу того, что все-таки у нас йога, в нашем понимании, да, это наука. Наука, у которой есть свои законы, да, открытые, да, то есть не придуманные йогами, а открытые космические законы. И поэтому, когда мы их нарушаем, не какой-то там батюшка на облаке нам прописывает, так сказать, карму, да, а это, как говорится, космос в автоматическом режиме просто прописывает нам нашу ошибку, которая ударяет с разной скоростью, поэтому есть понятие быстрая карма, есть медленная карма, вот, то есть это причинно-следственная связь, говоря языком Пифагора. А теперь великому последовательно Пифагора, потому что от Владимира я первый, от него узнал многое. Как-то я встречаю его, еще будучи он студентом, идет такой грустный, я говорю, что грустишь, Володя? Он говорит,
Да, вот был на лекции по философии. Философ, по-моему, не отличает Гегеля от Фейербаха. Тебе слово, Владимир. Приветствую, братья. Brother in arms, как пел известный поэт. Я прям вот слушаю вас и удивляюсь, как вы хорошо все понимаете. Вот вообще, я вот слушал Андрея. Вот если бы кто-то прислушался к тому, что он говорит, человек бы достиг просветления. Ты повторяешь практически, ну вот то же самое. Вот я на вас смотрю и прям удивляюсь. Но in minus veritas. Да. Но вот слушает ли вас? И кто слышит? Пифагор хороший парень, но и был еще ведь не хуже его в те же времена, если вы помните, был такой Диоген. Алло. Да, мы помним. Да, был такой парень Диоген. А помните, Александр Македонский, он про него много слышал, пришел к нему, а тот лежит возле своей бочки. Ну, а ему много рассказывали, все-таки учителем Александра Македонского Аристотель был. Ну и почтительно Александр Македонский спрашивает, я могу что-то для вас сделать? Он говорит, не могли бы вы не заслонять мне солнце? Хорошая история, да. Отойти. Да. Вы знаете, мир изменился. Мир изменился. Вот то, что мы хотим сказать, вот Заур сказал, законы известны. Извините, я сейчас скажу вам закон, как должны жить йоги. Тапа, сватхая, Ишвара Пранидхана. Все. Ну, что еще тут можно сказать? Все совершенно понятно. Зауру, с моей точки зрения, пора перестать стесняться говорить стихами. Ты, в принципе, мне кажется, немножко стесняешься начать говорить стихами. А ты, Андрей, ты говоришь такие истины. Тебе нужен переводчик. Вот я тебя слушаю, и у меня прям включается лампочка, я хочу сказать стоп, извините, позвольте мне перевести на общечеловеческий. Я так думаю, потому что я настолько упростил, потому что я могу еще сложнее это сделать. Нет, ты понимаешь, ты говоришь такой объем на квадратный сантиметр информации, что... Я не уверен, что за тобой, в принципе, следят. Эпоха изменилась. Я не знаю, я вот живу в деревне. По идее, вы должны быть ближе к телу, к пульсу биения человечности. Нет, тоже, Володя, живу в деревне, ты же знаешь, в лесу вообще. Ну вот тогда я должен тебе сказать, ты знаешь, мы лишние на этом празднике жизни. Я вам расскажу хорошую историю. Поучительную, одновременно грустную и веселую. Вот про нашу жизнь учителей йоги. Прости меня, Господи, за такие слова. Приезжает ко мне человек какое-то время назад. Говорит, я слышал, что у вас есть хороший опыт йоги. Ну, я приосанился. Он говорит, есть необходимость одного очень серьезного человека, ну, подучить. Я еще сильнее приосанился. Говорит, вы готовы? Я говорю, да, конечно, я, в общем-то, готов. Говорит, ну, вы знаете, в чем нюанс? Мы пришлем вам девушку, тренера, а вы ее научите. Я говорю, ну, это какая-то чушь. Понимаете, йога – это передача, это тапа, это вот все такое. Он говорит, вы знаете, гонорар можете назвать любой, это не имеет значения. Я сказал, я согласен. О времена, о нравы, дорогие братья.
Алло. Ну, научил, говорю. Я научил, ты знаешь, да, мне прислали девушку хорошую, ну, полгода я с ней занимался, талантливый человек, тренер. Но я говорю, что само по себе время уже совсем другое. Все живут в Твиттере, в каких-то других вообще измерениях. Мы понимаем вот это пространство, к которому мы сейчас обращаемся. Вы-то с живыми людьми общаетесь. Да, вот, Владимир, когда в следующий раз тебе будут навязывать девушку, ты ей скажи обязательно. Сначала ты должна пройти подготовку у Андрея Лобанова. Потом у Заура Кереминовича. И только потом возвращайся ко мне в деревню. Ну, я практически всегда так и говорю. Не стану скрывать, да. Когда меня спрашивают, а где же великие йоги? Я говорю, я знаю только двоих. Так что вы насчет этого не сомневайтесь. Поэтому, возвращаясь вот к теме, что делать, ну, тапас, ватха и швара пранидхана. Я сегодня хотел нырнуть еще глубже. Переведи, пожалуйста, эту формулу тоже на язык Андрея Лобанова. Ты знаешь, я вот сегодня брался за... Если говорить на языке Андрея, я боюсь, понимаешь, мы опять будем... Вот я пытался современный язык этому приобрести. И в современном языке сейчас очень модное слово «осознанность». Да. Здесь и сейчас. Так вот, тапа – это вся энергия, которая у тебя есть. Это всецелая энергия, направленная на сватхая, исследование твоей природы, которую ты делаешь не для себя, а для своего высшего «я», божественного в тебе. Здорово. Здорово, да? Да, это прекрасная формула. За это мы и поднимем бокал. Всем да. Поднять бокалы и почувствовать свою энергию. Тапа. Непереводимое слово, кстати. Его даже индусы не переводят. Оно пришло из тех еще времен, когда... До санскрита. Да, есть такое представление в йоге, о котором тоже говорил Пифагор, ведь это ему принадлежит деление на физиков и лириков, на физическое и метафизическое. Да? Вот метафизическое – это то, что реально присутствует, но мы его не можем потрогать руками. Да? То есть вот в йоге всегда есть тоже этот момент, что все, что мы делаем, все, где мы находимся, живем, одновременно мы находимся в двух важнейших ипостасях, да, физическом и метафизическом. Да, вот многие не понимали слово метафизическое. Да, вот ни один философ, когда мы учились, даже и не пытался объяснить нам значение этого слова почему-то. Вот, на самом деле это вот тот самый дух, да, в котором мы все пребываем. Да, и наша задача с вами, да, она вполне конкретна в этом плане. В плане и физическом, и метафизическом. Да, вот скажем, если мы перед коронавирусом начинаем дрожать от страха, мы дрожим и на уровне физическом, и на уровне метафизическом, потому что да, на уровне физическом дрожит наше тело, которое, естественно, боится умереть. Это для него естественно. Вот это тоже один из законов, который был открыт йогами много-много веков назад. И... Извини, перебью тебя. Одно из пяти препятствий, о котором говорит Патанджали. Да, да, конечно, так сказать. Смерть, да, страх смерти. Да, то есть ведь вот есть такой великий суфий, о котором мало кто знает. Мы все знаем практически про Руми, восторгаемся им, конечно. А вот был такой суфий Гайби.
Да, у него есть прекрасная книга, пока что не переведена на русский язык, но я думаю, скоро она появится, потому что не имеет права не появиться. И вот он сказал замечательные просто слова такие. Он поэт был, вот, в отличие от того, что я стесняюсь пока что говорить только поэтическим языком, хотя я думаю, что первые, как говорится, люди, которые услышали внутри себя голос Творца, они говорили только поэтическим языком. А потом начали говорить прозой в какой-то момент. Да. Нарты считают, что они начали говорить прозой, когда перешли от пшена, от проса к кукурузе. Вот кукуруза как-то вот приземлила человека, и он стал говорить прозой. А пока ел, значит, проса, он говорил только поэтическим языком. Так вот, Гайби сказал: «Я дух, который заворачивается в плоть и в кровь, в кости, да, в эмоции, в размышления, и вот во все эти завертывания, в каждом завертывании есть свои ограничения. Но задача моя понять, что это я сам себя завернул в это, чтобы преодолеть это». Да, вот у каждого из нас эти 5 оболочек присутствуют. Да, и они уникальны совершенно. То есть душа наша – это вот дух плюс 5 оболочек этих. Да, и вот они как раз, в них источник всех наших проблем, страданий, болезненности. Но тот, кто завернул себя в эти оболочки, он вне находится этих страданий. Да. Как сказал Эмерсон, мы с вами все Бог, который валяет дурака на самом деле, да, вот который играет в эту прекрасную космическую игру, но правила этой игры, в отличие от некоторых игроков из нашей элиты, не меняются. Нужно эти правила знать и не переходить шахмат на шашки, а шашек, так сказать, на Чапаева. Вот все это очень важно. И поскольку мы пошли по второму кругу, вот понятие элиты, да, оно на самом деле действительно сейчас присвоили те, кто нахапал, значит, нефти денег и думает, что они теперь элита. Но уже Пифагор был окружен, так сказать, всякими там толстосумами, вот, которые в конце концов ему его и уничтожили, потому что что самое страшное для них, когда они начали видеть, чем Пифагор от них отличается? Самое страшное для них – это увидеть настоящую мудрость. Да, когда Пифагора спросили, говорят, ты самый мудрый, он сказал такую фразу, с которой началась вообще-то философия. Он сказал: да нет, я не мудрый. Мудрые – это боги мудрые, а я только люблю мудрость. Да, и отсюда философия. Слово философия, да. Да. Вот. И, кстати говоря, интересно, что Пифагор иногда переиначивал это. Не любовь к мудрости, а мудрость любви. Да, это вообще сразу, так сказать, это переворачивает все настолько мощно, что... За это надо выпить. Да, за это надо выпить, да. То есть мы в любой момент можем перевернуть формулу, потому что она же вот такая, да, там стоит знак, который позволяет нам это сделать. Вот. И для любого заблуждения есть возможность. Тот же Гайби сказал, для того, чтобы перейти от неведения к ведению, нужно чуть-чуть повернуть просто голову в другую сторону. Знаете, вот это так просто на самом деле. Но
Это не просто сделать. Очень интересно. Заур, тебя не слышно. Звук включить нужно. Катя, напиши там, Катя, да, чтобы... Ну, я вот сейчас вот нажал, да, вот, есть звук? Да, сейчас есть. Да? Так вот, да, Пифагор, когда принимал новых учеников, у него была серия таких вопросов, типа ЕГЭ от Пифагора. И один из вопросов был такой, что самое простое в жизни? Вот это я хотел бы, чтобы сейчас мы чуть-чуть подумали, все, кто нас слушает, прежде чем я отвечу, что самое простое в жизни, спрашивал он ученика. Ты нас спрашиваешь? Нет, я вас не спрашиваю, потому что вы можете по этому поводу потом свою речь сказать. Вот. Но я хотел бы, чтобы все немножко подумали, что для них самое простое в жизни. Почему я об этом вопросе вспомнил? Потому что вот мы поговорили, а потом мне начинают как бы люди писать, да вот я и так, в общем-то, уже для себя определился, что мне делать по жизни. Вот. Так вот, ответ такой у Пифагора. Самое простое в жизни – это жить по привычке. Знаете, жить по привычке – действительно просто, да, делай то же самое, что делал вчера, да, читай те же книжки, что читал вчера, делай выводы такие же, которые ты сделал там позавчера, вот, и тебе будет казаться, да, что ты, в общем-то, достиг какой-то мудрости, вот, но на самом деле, помните, как Кришнамурти сказал, да, истина – это нехоженая земля. Да? Туда нет протоптанных столбовых дорог. Каждый должен идти так, чтобы чувствовать, что ты идешь по неведанной, да, стране. Нет там тропинок. Но есть указатели. Есть указатели, которые оставили после нас, перед нами, так сказать. Да, вот, да, здесь был Вася. Да, да, есть определенные навигаторы, вот, но они ведь только говорят об ошибках на этом пути. Да, вот. А для того, чтобы не жить по-привычному, вот у нас мы сейчас живем в турбулентное время, когда жить по привычке уже не получается. Нужно включить как раз то, о чем говорил Владимир, да, всю свою энергию, да, всю свою осознанность, вот, и все знания, которые оставили любители мудрости. Да, так что выпьем за нехоженную землю, за то, чтобы каждый из присутствующих перестал жить по привычке, потому что это легко, конечно, да, но легкие пути не даны человеку. Человек, может, рожден, да, в человеческой семье, но для того, чтобы стать человеком, еще ему, ух, как много нужно чего сделать в этой жизни. У абхазов есть такая замечательная пословица. Чтобы стать абхазом, мало родиться в Абхазии. Нужно много чего еще сделать на этом пути. За эту мудрость. Ждем твоих стихов. Ну, на самом деле, я стихами говорю, если кто-то просто не слышит стихов. Практически, да. Это фильтры, которые надо просто вынуть из ушей. Белый, слушай, совсем белый. Стараюсь слушать. Андрей, пожалуйста. Ну, вот мне как раз хотелось продолжить твою тему про коши. Ну, то, что оболочками называем, да? Да. Но мы в нашей системе, в Йогалам, мы это называем не оболочками, потому что философия, которая вытекала в йоге, которая была создана в те времена, когда, ну, таким языком пользовались,
это мое прочтение, я пока не знаю, там, кто это и откуда брал, я много чего не читаю как раз, много чего не читаю, к сожалению. И ну, может быть, тщательно. Додумываюсь где-то через практику, через самому, мне интересно открывать необычное, новое самому. Так вот, а потом уже получать подтверждения какие-то. Так вот, понимание оболочки, это значит, когда что-то скрытое, да, вот понимаете, вот этот смысл скрытости, и тогда по философии, которая и технологиям соответствующим, нужно оболочки убрать, они как мешающие этому проявлению этого духа. И чтобы стать духом, а духом чистым соединиться, как раз йога, соединение с этим вот внутренним духом, который должен освободиться от оболочек, которые ему мешают. А философия, которая возникла, она же, как мы помним, материализм, так сказать, коммунистический, социалистический наш, это от условий жизни. Он диктует образование философии. То есть условия жизни многим людям создают условия, как бы, как, вот, как выстроить ту парадигму, которая дальше будет их вести по жизни. Ну и многие какие-то философии, они складывались из условий жизни. Ну, скажем, возьмем древнюю Индию, такой народ многошерстный, многоярусный, с этими кастами, то есть куча ограничений. Внутри каждой касты еще огромное количество этих ограничений. Кто был в Индии, ну вот я, по крайней мере, там только всего этого навиделся, убедился, что вот эта вся свобода, якобы, там ее нету. То есть там мозги очень такие, вот так сложенные, кирпичики и внешняя форма вот этого открытости и так далее, это просто защита. То есть люди, которые живут в такой скученной массе, не быть приветливыми, не быть чувствительными, так сказать, чтобы сориентироваться, кто как о чем думает, как бы кому не надо было не наступить, это просто как бы реакция выживания. А многие принимают это за духовность, вот в большинстве своем. На самом деле, там во многом это просто чистая реакция именно как выживание, программы выживания. Так вот, мир в таком, когда я побывал в Бихаре, самый бедный штат, и проехался там, где нельзя просто без слез смотреть по сторонам, когда даже по дороге, когда едешь по машине. Так вот, понимаешь, где возникла эта философия? Жизнь страданий, там действительно страдания. Ну, не по-другому то не назовешь, потому что люди так живут. Ну, например, я вот описывал вот эту вот сцену, для меня она поразила. Как-то остановились там купить воды, попить в какой-то там лавке. И вот сидит парень, молодой, красивый, в надбедренной повязке под деревом. У него куча угля, вот такая, крупный уголь. И колотушка на металлической такой толстой платформе. И она вся вот такая уже выбитая внутри. Явно, что она там не один десяток, а то, может быть, и больше лет была в обращении. И вот это вот такая у него колотушка, тоже металлическая. И тут уже куча этого разбитого угля. И вот видно, что это он сидит, и вот всю жизнь он долбит вот этот уголь. И вот эту колотушку он получил от своего отца, а тут получил от своего деда, а дед получил еще от прадеда и так далее. И он передаст его своему сыну. И ничего больше. В этом человеке ничего другого нету, у него нету. Другой с велосипедом, который латанный, перелатанный, там подвязанный веревочками, еще чем-то, и он его передаст своему сыну, потому что у него ничего больше нет. И, конечно же, жизнь страдания. Как философию нужно дать людям, чтобы они не взбунтовали, чтобы они не пошли там, не взяли виллы и так далее. Вот им вам для биохимии, вот вам бетель жуйте, успокаивающий, так сказать, и отупляющий. А вот вам дальше философия, что не надо бунтовать, иначе карму себе испортите, ребята. Вот вы сами виноваты, поэтому так и живите вот в этом. А потом, может быть, вам получится переродиться в Вайшью, да, например, потом, может быть, к кшатриям, а может быть, потом уже только после, когда вы станете в следующем воплощении брахманом, вот тогда вы только имеете возможность освобождения. Только тогда. Поэтому работайте, работайте и работайте. Поэтому вот эта вот философия вот этого создания такого мира, она родилась вот из этих условий. Я вот это четко понял. Потому что там по-другому никак нельзя. Людям, иначе просто они с ума сошли. Как надо жить? Либо разбойники пойти, значит, либо вот всех там, не знаю, просто покончить с собой. Потому что жить просто невозможно. И поэтому вот эта философия освобождения, она родилась из этих условий.
жизнь страдания, поэтому от нее нужно свалить в другой мир. А какой? Есть мир, вот там то, что это все неправильно, это правильно, все, вот как ты говоришь, что Пифагор взял, поменял слова, и все по-другому стало. И вот то же самое и здесь. Андрей, извини меня, но вот тут, понимаешь, тонкий вопрос на самом деле. Тонкий. Ты думаешь, господин Д, не буду называть всю фамилию, когда он на своей яхте где-то нюхает кокаин, он счастливее, чем этот человек, который сидит и разбивает уголь? Это нет, такой вопрос, нет, надо как-то... Он несчастливее. Почему эта философия, она же в Индии, она прописана была и для высших каст. Они все были под ней подвязаны, на самом деле. Понимаешь? Хорошая на самом деле система. Религию придумали индусы, это мы помним. Насаргадата Махарадж, если ты знаешь, был лавочником, какой-то мелкой лавкой владел. А потом все внезапно поняли, что он просветленный. Ну, это уже другая. Мы здесь говорим сейчас пока по общей тенденции, да, потому что общая тенденция, я хочу просто привести вот к этому, к идеалу, который... Ну, я вынужден в нашей беседе проводить... Конечно, благодарен, спасибо, все нормально. Да. Да, не так забывай посмотри... только спрашивать разрешение у Тамады. Да-да-да. Разрешение. Меня дополнительный вопрос. Вот смотрите, там возникает... Я думаю, что да, не тост, а бутылочка хорошего винца. Шабли. Да. Так, философия йоги, сложившаяся вот в такой среде освобождения, и дальше идет практическая часть ее. Вот я такую крамолу сейчас, я как, может быть, то, что кого-то может задеть нормально, да, но я это принял для себя как одну из версий. Мы не против крамолы, потому что да, то, что говорил Пифагор, тоже считалось крамолой поначалу. Да, так что давай вперед. Вот смотрите дальше, да. Поэтому возникает соответствующее учение, которое поставило себе цель освобождения, уйти из этой жизни. То есть мы говорим, это не как, вот, как в религиях разные, да, есть разные уровни. Для тех, кто там понимает, выше выйти, там вот, да, на соединение и так далее, и так далее. А здесь просто, грубо, надо свалить вот из этого, вот этой колотушки, чтобы у меня это не было. Я хочу куда-нибудь. Если я вдруг поменяю свой статус и стану, ну, скажем так, просветленным гуру, меня все сразу меняется. Почему в Индии стать гуру или там еще что-то, сейчас такая вот огромная индустрия гуру? Потому что, вот, когда я был на Кумбхамеле, я наблюдал этот процесс. Я очень внимательно снимал там все вот эти вот эпизоды, которые я видел. Значит, вот богатые, куча как иностранцев, которые за ними едут, эти вот, ну, парады, там, знаете, да, то есть Кумбхамел — это там три этих вот таких омовения с парадами. Ну, вот я, так сказать, тоже был в число избранных, попал случайно, так сказать, своими учениками, вот, и шел впереди на седьмой тачке, так сказать, а там за нами еще сотня нас лишним было. И вот, значит, такая штука, и купались в этих гатах прям непосредственно вот среди всех вот этих святых. Ну, это как бы так, к случаю. Это бы интересный опыт был, потому что ощущаешь вот эту вот волну на тебя идущую, когда, это отдельная еще история, там, когда вы идете вот как в коридоре, этот коридор многомиллионный людей, там, они везде висят, на деревьях, вот везде. И когда там я ступаю, и потом на тот след, который оставил я, вдруг какая-то женщина берет себя и посыпает голову себе. Это можно свихнуться. Но дальше идет следующая волна. То есть волна такая, когда ты чувствуешь, как тебя качает вот этой, там не надо водки, там не надо ничего, там никаких наркотиков не надо, потому что вот эта информационная, эмоциональная волна, которая со всех сторон идет, если ты попал в центр, ты святой, однозначно. Ты уже однозначно святой. И раз ты в процессии, ты идешь впереди святого, ты его в свите, там, причем как бы в первом ряду, стало быть, и вообще тоже, вот уже все понятно, еще в белых тряпках каких-то. То есть это вот такое, значит, состояние, в общем, было очень интересное, как у людей сносят крышу вот этого. Потому что это, ну, там я сказал, ребята, держитесь, все, кто там были со мной, ребята, держимся внимательно, тут как самая осознанность. Потому что так запьянеть и создать, так сказать, такое очень легко. Ну, я к чему это говорю, что просто вот это вот Кумбхамела создают вот этих вот
огромное количество святых. Я выиграю этот процесс. Так вот, вот а задняя часть, вот там едет один, его везет один ученик, он какой-то на тележке, вот такой, знаете, вот, вот уголь, который возит, может быть, да, но он украшен какими-то елочными этими ленточками, и он сидит такой надутый, он же гуру, у него один ученик есть. Он вот такой сидит, я тут фотографировал, такие щеки надутые, он так себя держит важнее, чем вот эти, которые идут впереди с иностранцами, там, с огромными толпами, с богатыми, украшенными золотом и серебром этих машинах и так далее. То есть вот, вот, вот оно, понимаете, им вырваться из этого, вот этого плена, вот этого несвободы своей кастовой и вот этой всей, это просто вот очень интересное явление, просто для себя это открывал. Так вот, когда человек выходит за пределы вот этого своего существования, ему слиться будет с этой и раствориться. Помните вот эту идею соляной куклы? Да? Что человек отрождествляется соляной куклой. Вот эти, все эти оболочки, как бы все, что он входит, ему добраться бы до этого океана, в него залезть и раствориться нафиг. Совсем. Чтобы меня не было тут. Чтобы меня тут не было. Чтобы тихо здесь. И вот это тихо здесь, это чтобы мы были растворенными, и чтобы нам вот больше туда никогда не попадать. Вот в этот мир страданий. Понимаете? Вот это такая философия, которая и многие, кто принимал ее, именно как раз к этому и стремились. Уйти из этого мира – это такое еще больше эгоцентризм такой, не только лишь бы самому избавиться, соединиться и исчезнуть. Ну, они не знали самой главной формулы, которую мы знали с Володей еще давным-давно. Mm-hmm. Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее нужно в Сочи. Да. 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 Именно так, да. Так, а вторая формула, которая появилась уже, видимо, позже, это тряпичная кукла. То есть человек как тряпичная кукла. Вот тут как раз вот то, что он называется коши. Ты пропитываешь их знанием этого океана. Океан, в который ты входишь, погружаешься, промокаешь. Вся твоя вот эта одежда тревяная, все вот это, тряпки все эти пропитываются, и ты становишься владельцем этих знаний, этого океана. И потом ты выходишь из него, чтобы жить в этом, вот в этом мире. Потому что иначе, ну, вот это вот как раз та самая бодхичитта, вот она там, да, потому что из этого ты вытекаешь. Одного это нужно раствориться, чтобы ты меня не было, а вот тут чтобы было. И чтобы я этот мир как раз преобразовывал. Тем, что эти знания я получил от этого океана, я его, в нем искупался. И вот это вот понимание совсем другое. Тогда вот мы называем эти неболочки, которые нужно растворять и от них избавляться. А вот это как раз те самые тряпки, которые нужно пропитать. То есть это носители, информационные носители. Есть физическое тело, оно имеет определенную информацию, которая под функцию этого тела заточена. То есть ему нужно там, исполнять все необходимые свои действия. Какие? Орган действия. Физическое тело – это орган действия. То есть я должен пойти, сделать то, сейчас вот могу, так сказать, сидеть с вами, бокалы поднимать. Это орган действия. Без рук, без ног я бы этого не сделал. А чтобы это я сделал, дальше нужна система, обеспечивающая это действие. Сердечно-сосудистые, нервные и так далее, и так далее. То есть все системы обслуживают сердце, главное. Нет, сердце в данном случае как обслуживающий инструмент получается здесь. Который привел меня туда, привел сюда. Ну, у него еще много функций в сердце, конечно, да, но одна из них – это прогнать кровь. Мы услышали, так сказать, вот это вот хороший очень момент о том, чем коши отличается от вуали, которые намочены. И это как раз возвращает нас к этой мудрости суфийской, потому что они же тоже говорят, я сам завернул себя во все это. Не для того, чтобы потом снова оттуда выскочить обратно, так сказать, для того, чтобы что-то сделать с этими в этом состоянии, так сказать, да. Поэтому приход наш сюда, да, это вот интересный совершенно момент, который мы сами запустили. Мы сами, никто нас не запускал в этот мир, не спускал. Мы сами это сделали, так сказать. Мы завернули себя в плоть и кости, да, и все остальное, так сказать, для того, чтобы что. Вот я думаю, что это как раз будет заключительный наш круг, так сказать, да, для того, чтобы что. Вот. А вот Володя тут поменял головной убор, видимо, у него поменялась точка зрения, дадим ему слово. Нет, точка зрения у меня не поменялась, дорогие братья. Я просто размышляю над тем, если у нас
первая тема была нашей беседы «Кто виноват?», а сейчас мы вроде как говорим над тем, что делать. Я вот сегодня размышлял, что бы я вот такое бы вот думал, что надо сказать, и думал, что надо сказать о природе зла. Лучше всего о природе зла, с моей точки зрения, сказал Владимир Шматов. Вот я сегодня хотел цитировать великого мастера Пифагора, а я пользуюсь случаем все-таки процитировать великого русского мастера Владимира Шматова. Очень хотелось бы, чтобы это имя не исчезло совсем со страниц нашей национальной истории. У него есть две великие книги, а вот одна книга, которая говорит о двойственной иерархии монад и множеств. Но это не просто понять, но сегодня, когда я там готовил такой предварительный материал, он очень важную вещь там сказал простыми словами, что сила зла – это слабость добра. Это все возвращает опять нас в сферу универсального закона йоги. Это возвращает опять нас к тем же основам, насколько мы способны находиться в том едином пространстве, где мы можем, как говорил Кришнамурти, choiceless awareness, в осознании без выбора присутствовать в настоящем моменте. Если это происходит практически, вот в той беседе я упомянул, это такая простая опять фраза, Титняшхан, он такие простые вещи говорил, хочется даже сказать примитивные. Он сказал, пребывание в спокойствии и равновесии – это моя практика. Если бы мы могли в нашей повседневной жизни пребывание в спокойствии возвести в нашу практику, это можно назвать суфизмом, раджа-йогой, адвайтой, как угодно назови. Это пребывание в недвойственном восприятии высшего «я». Можем выпить за недвойственность? Недвойственность. Да, нам осталось каждому завершающее слово. Я бы хотел... Полчаса почти, 25 минут. Да, 25 минут. Хотел бы подарить вот такую практику кавказской традиции, которая ведет к этой недвойственности, ведет через мудрость любви. Дело в том, что вот те вуали, которые завернут наш дух, тут пишут, что плохо слышно. Да? Хорошо слышно меня? Слышно хорошо. Так вот, то, что тантристы называют нить, на которую мы можем нанизывать всю свою практику, это дыхание. Вот дыхание мы можем, если мы забудем про метафизику, мы можем свести дыхание как к тому, что вот кислород, другие инертные газы входят в нас на вдохе, на выдохе покидают в виде там углекислого газа, продуктов обмена. Вот. Но кавказская традиция говорит, да, все это присутствует на уровне физики, физиологии. Но кроме этого, всегда помните, что дыхание – это то, что связывает нас с духом. Потому что на вдохе, да, само слово «вдох» в русском языке вам ничего не говорит? Да? Там же явно звучит «дух». Да? То есть вдох – на самом деле, это каждый раз возвращение к источнику, да, всего того океана, из которого мы все вышли по собственной инициативе. Да, вдох. И вот кавказская традиция говорит, для того, чтобы не уйти
на вдохе от самого важного, помните, что на протяжении этого вдоха вспомните тот запах, от которого вы никогда не можете отказаться. Да? Потому что он вводит вас в состояние, ну, просто восторга жизни. Это может быть запах капучино, или запах прекрасного вина, или запах любимой женщины или мужчины, запах волос ребенка, так сказать. Ну вот вспомните в кладовой своей памяти, космической памяти, то, что есть запах духа. Да, вообще дух тоже, это же спирит. А что такое спирит? Да, вот это тот самый аромат, так сказать, который присутствует во всем в жизни. И вот на вдохе, если вы с каждым вдохом будете все глубже и глубже погружаться в этот аромат жизни, то на выдохе вы можете сделать то, для чего вы и завернулись во все эти вуали. Поделиться с другими вот этим ароматом жизни, ароматом любви. Да? Потому что если у нас нет этого тела, и мы пошли по пути вообще полного отрицания того, что важности этого тела, давайте снова вернемся в океан духа. Вы знаете, чего мы будем лишены в этом океане духа, когда туда вернемся? Мы ничего не можем передать другим, потому что мы уже будем всем. Да, а вот сейчас, когда мы вроде бы как отдельны, тем не менее, мы можем друг другу передать на выдохе вот этот восторг жизни, да, вот эту вот вкусность вдоха мы можем на выдохе передать другому, да, как у нас в детстве говорили, попробовал, передай другому, вышел с бутербродом на улицу, откусил, вот, не успел крикнуть 41 ем один, все, передай другому. Так и вот с нашим дыханием. Мы ведь с вами живем в дыхании друг друга. Да? И от нас зависит, насколько чисто это дыхание, так сказать. Вот. И мы можем тут на каждом выдохе совершенствоваться, на каждом вдохе совершенствоваться. И это глубочайшая практика, которая вот нас обязательно ведет туда, куда указывал великий Пифагор. Да? Он как раз об этом говорил, что да, все ограничено, кроме человека. Да? Человек, вот он, да, имеет прямое отношение к безграничности. И в этом наша ответственность, наша задача, наш великий шанс вообще-то, вот, наша радость и наша боль, потому что мы не дотягиваем, конечно, да, очень часто в своей жизни. Но выпьем за то, что она в нас, это вероятность. Отлично. Как мне нравится то, что ты сказал, зал. Стараюсь, да? Это уже стихи. Так, Андрей, завершай тоже каким-то хорошим приемом от Йогалам. Да, хорошо. Согласен. Значит, очень. Я просто продолжу тебя. Да. Потому что то, что ты сказал, это прям действительно песня. Так вот, как добиться этого состояния? Вот Йогалам отвечает на вопрос, как это сделать. Вот то, что мы разрабатываем, вот смотрите, почему люди не способны вот так, как ты сейчас описал, дышать, жить. Почему? А вот потому что жизнь у каждого человека описана. Он механистично, он как бы представляет из себя схему. Любое действие, которое мы с вами делаем, оно проговаривается в голове. Оно становится сразу схемой. Дыхание? Ага, я как дышать должен. Какие ребра раскрываются? Как полное дыхание существует? А зачем мне это нужно? То есть у меня масса различных программ возникает в голове, которые вот идут параллельно. Я дышу, но параллельно. Вроде как бы я думаю, что я наблюдаю за дыханием, но я наблюдаю не за дыханием. На самом деле я наблюдаю за своими мыслительными процессами, которые сопровождают дыхание.
Даже я могу придумать, что это очень возвышенное, что я должен во время вдоха любить. Я это придумаю. Понимаете? Но я не буду любить. Я не буду переживать ничего на самом деле, кроме своих мыслей об этом. И вот как раз очень важная тема, то, что ложится для обучения, мы сам как бы, да, три навыка очень важных для освоения йогических инструментов перед тем, как начать освоивать, это чувствительность. Ну, внимание первое, да, потом чувствительность телесная, начиная, потом дальше она углубляется, и возможность релаксации, то есть быть расслабленным, спокойным, глубоко, потому что тогда мы можем больше чувствовать. Так вот, чувствительность — совсем другая форма существования, то есть когда мы начинаем вот отслеживать через развитое внимание, которое различает, где мы сейчас. Сначала я должен понять, что я действительно сейчас постоянно проговариваю, постоянно рисую схему. У меня есть в голове постоянные цели, задачи. Я чего-то должен достичь. Либо любви, либо там, значит, здоровья, там, избавиться от чего-то, еще от того прыща на попе с помощью этого дыхания. То есть я об этом все время думаю. То есть вот этот момент, если я отследил его, а еще я учусь чувствовать. Ну, например, простая технология, которую просто я могу сейчас всем подарить. Вот 2 минуты, просто каждый пальчик перед сном или вот утречком, просто сосредоточьтесь, снимая внимание на ощущении, которое от каждого пальца идет. Попробуйте поймать, ну, минута-две хотя бы, да, и вот каждый пальчик прошли, потом на одной, потом на другой руке, и просто чувствуйте, что происходит внутри вас, что изменяется. То есть, потому что в организме начинаются процессы, которые... Лучше не говорить ничего. Вот, а большой палец с чем связан? Я сразу начинаю в голове крутить, там я читал про это, там это голова, это там рефлексотерапия. Не надо, все выбросите. Отслеживайте, сброс, сброс, сброс. То есть управление вниманием как раз здесь и нужно для того, чтобы мы могли отфильтровать вот эту вот схему, которую предлагает нам ум в виде описания мира, описания задачи, цели, что я хочу, эго наше хочет, да, то есть ум хочет. А вот на самом деле, чтобы быть в моменте, вот как сейчас слово такое, быть в моменте, такое смешное уже слово, а просто реально присутствовать в состоянии сейчас, вот этого, только через ощущение можно. Потому что ощущение раскрывает как раз ту глубину, которая и связывает, и соединяет, это основа йоги. То есть это как бы тот мостик, который позволяет нам входить в взаимоотношения от тех, о которых ты говорил. То есть тогда только проявляется вот то, когда мы выбросим все вот эти вот наши желаньки об этом, чтобы описание, а как, что я, правильно ли я делаю. То есть все эти моменты, они должны быть как бы отброшены. Но это вот такой, ну, такая практика, на самом деле, развлечение, которое сбрасывает. Ну, это Вивека. Вивека, да, называется в йоге. Но я просто специально не использую термин, чтобы... Я называю это различающее внимание, внимание, разрывающая связь, внимание воля, потому что одно делает вот это развлечение, другое разрывает. Вайраги. Да, да, да. Развлечение может быть двойственное, да. Да, но оно много в разных способах применяет, чисто практические моменты, да. То есть одна из вот таких, это как раз переход на другую форму взаимодействия. Только тогда человек становится как бы человеком, когда он начинает не... Как бы человек — это мыслитель, да. Он только и делает, что мыслит. В башке у него постоянно куча всего. Одни тараканы бегают. А чувствовать мир он не чувствует. Поэтому ни любви, ничего он почувствовать не может. Он может ее выдумать. Многие люди, я просто встречал его как психотерапевт, люди выдумывают себе себя. То есть они выдумывают, как они должны делать. Они книжки читают. И эти книжки подкладывают под те действия, которые они должны совершать в жизни. И внутри постоянно идет борьба. Я должен вот в этой ситуации должен быть таким. И поэтому я должен вот такую эмоцию выдать сейчас. То есть настолько вот есть такие люди, я встречал персонажей, которые настолько глубоко вот в этом живут, и они от этого страдают, на самом деле, потому что они не могут реально, они хотят любви, а они ее не могут получить, потому что у них голова забита разными программами, разными желаниями любить по этому, по Достоевскому, по Пушкину, по тому, по сему. То есть у них все это в голове уже есть. И они своего-то не могут найти, потому что они не могут это выбросить, то, что у них есть, то, что уже заложено. И вот освобождение как раз вот этого
через простые навыки, очень простые, вот, почувствовать вот это. Вот сейчас, вот мне очень понравилось, я купил эту книжку, начал ее читать про купания лесные. Вот я этим занимался, на самом деле, как всегда, не, спонтанно, входишь, когда в лес. Там и по себе, да, оказывается. Да, это живешь просто, это медитация. Ты входишь, и ты, вот я помню, как на север я поехал в 81-м году, меня там послали после института, это Няндому поселок, это Архангельская область, и как раз там началась, как раз осень я застал. И вот я любил уходить как раз, у меня от работы, я ухожу в лес, там лес недалеко, и вот начался дождь, а я так вот иду в лесу, и смотрю, елка такая большая, я так под нее спрятался, так лег там, и вот такое ощущение, как мама, как меня мама на руки взяла, и я там заснул, вот лежу, льется дождик, все, а мне хорошо и тепло, вот эта сосна, которая меня так укрыла этими лапами своими вокруг, все. Я там не знаю, сколько пробыл там в это время, я это до сих пор чувствую, у меня вот внутри оно живет, вот это ощущение этого леса, как мама. Я ее просто вошел к нему, отдался, вот все, там какие-то слова, может быть, даже говорил вначале. Ну просто вот это вот, не просто спрятаться надо от дождя, то есть идея ума, от дождя надо спрятаться, потом надо найти какое-нибудь укрытие, это ум. Нет, я просто, вот я вижу лес, вот он, вот сосна, вот эта елка, вернее, была такая раскидистая, с мхами какими-то такими, как вот эти вот, уснее там называется это. Мхи. И я просто под него поднырнул, я попросился, можно к тебе, вот так вот, как ребенок, такой вот ребенок, я ребенок, вот, вот, взрослый дядя, врач, вот подалек, и все. И вот это поймал. Это состояние такое, вот меня как бы все взяло, я в этом едином каком-то утробе лежу себе, мне так хорошо, я уходить не хотел. Дождик кончился, я все сижу там и сижу. Вот поэтому. Вот это вот состояние вот этого ощущения мира, которое можно чувствовать, это то, что, может быть, называется и разумом. То есть, когда и добавляется туда и вот эта вот ментальность наша, да, то есть логика, вот эти все информационные программы, которые мы с помощью понятий, образов, слов там упаковываем нашу картину мира. Но если не хватает у человека вот этого состояния, жизни, да, вот чувствование его, то там вот эта хромая, так сказать, утка, как называется, да, там. Я помню, в Берлине я рассказывал, может быть, на ту историю, как вот про это чувствование, да, то есть меня там собрали йогов, которые преподают в Берлине, ну, встретиться вот с русским мастером каким-то там, типа я, да, и вот мы собрались в каком-то ресторане викторианском, там было там человек 10-15 вот, ведущих студий, которые там у них есть свои, ну, разговаривали. Потом одна женщина, которая там такая известная, крутящаяся, она там такие, у нее там эти пируэты, и она такая прям ягиня-ягиня. И вот она, можно, говорит, с тобой вот встретиться на следующий день. Мы встретились с ней на следующий день, вот, она говорит, ну, я с ним разговариваю, она так чуть ли не плача. Скажи мне, что мне сделать, чтобы я могла чувствовать? Я ошалел. Я говорю, как? Ты же вот, ты же делаешь вот это все. Я так сделать никак не смогу, никогда уже. Он говорит, я ничего не чувствую. Понимаете? А это вот, а человек преподает йогу, подает йогу. Она ничего не чувствует. Она может проговорить в себе асану, она может ее проделать. Она филигранно там все эти вот моменты выучила, и тело ее там слушается, и так далее, и так далее. Но нету чувства. И она страдает от этого, я вижу, она просто говорит, ну, человек, ну, пытайся, ну, как я могу тебя научить, если, ну, вот, попробую, вот, ну, это можешь? Не могу. Еще другая там тоже в Германии у меня был случай, когда, я говорю, вот, вы можете мышцы сократить, просто изометрические упражнения, когда вы сокращаете мышцы в руках? Я говорю, не могу. А как не можете? Ну, для этого мне нужно руку сжать. Да нет, просто вот, ты чувствуешь, что у тебя есть мышцы, вот как-то их вот, войти в них можешь? Вот, нет. Я говорю, положи руку, положи. На самом деле мертвая лежит рука. Ну, напрягайся, она ничего не получается. Я вот смотри, я делаю. Но в Германии, если взять за руку женщину, это уже харассмент, ты знаешь, да? Ну, неважно, но так получилось. Пока на семинаре это можно. Я же на семинаре, я же преподаватель. Другой там. Вот. Поэтому люди страдают именно от того, что на самом деле они все живут в голове. И они не выходят из этого мира виртуальности, собственного представления об этом. Поэтому. Первая задача – хотя бы действительно растормошить, дать возможность почувствовать что-то в этом мире, даже самого себя почувствовать.
как бы своими печенками, селезенками разговаривать, там почувствовать их не как схему, органы, которые делают вот это, вот это, вот это. А это делает вот это, вот это, вот это. То есть я об этом знаю, я прочитал. Нет, это целая вселенная, ё-моё. Это мозг, это что это? Не, вот такие-такие-то я нарисовал. Да, Андреевич, да, выпьем за то, чтобы относиться к нашим органам, к нашим пальчикам, как к сущностям, да, да, с которыми можно контактировать, разговаривать. Тогда они будут управляемы. Да. Пифагор что говорил своим ученикам? Каждое утро мы встаем для чего? Чтобы пообщаться с великой сущностью, солнцем. Да? Если вы будете смотреть на солнце и мочиться, извините, это неправильно. Это вы нарушаете космический закон, да, общения с сущностями. Когда ты общаешься с другим человеком, ты не должен в его направлении мочиться. Да? Так что выпьем за то, чтобы с сущностью общаться через дыхание любви. Да, вот чувствовать это. Владимир, как человек, который давно понял, что жизнь дается ему один раз, и нужно ее прожить в Сочи, скажи, как там в Сочи, что там делают для того, чтобы выйти из этого турбулентного состояния нынешнего? Ну, ты знаешь, я живу в деревне ведь. Ну да, Большой Сочи называется. Я, наверное, вижу меньше людей, чем вы. И, как говорил Остап Ибрагимович... Ну, каких людей ты видишь, а? А? Ну, каких людей ты видишь? И ну, как ты знаешь, главное, ты их все время видишь, голыми, видишь без одежды, так сказать, голыми, в бане своей. Да. Ну, ты знаешь, это секретное название книги, которую, может быть, я когда-нибудь бы написал. Это «Россия без трусов». Меня просили всегда не называть это название, но тут ничего обидного нет. В принципе, да, я вижу очень много людей голых, да, находящихся на самых разных уровнях социальной лестницы. Но ведь вопрос не в этом. Счастливы ли они? Мы же об этом говорим. Все хотят быть счастливы. Да, да. Вот сегодня Андрей в своем обзоре «Раджа-йоги» упомянул Индию. Ну и как место, где, в принципе, страдание видно такое в чистой экзистенциальной форме. Но я вижу то же самое чистое экзистенциальное страдание повсеместно вокруг. Я не вижу людей, естественно, счастливых. Они прячутся, у них есть куда спрятаться, а у индусов некуда, понимаешь? Поэтому... Ну, ты знаешь, лица людей искажены страданиями. Люди страдают. Возможно, это, в принципе, закон жизни. Потому что когда к Будде пришла женщина и сказала, что помогите мне, я так страдаю, у меня умер сын. Он говорит, я вам помогу, если вот в этой деревне вы пройдете и найдете хоть один дом, где бы люди не страдали от невыносимых потерь. Она прошла и, естественно, не нашла ни одного дома. Экзистенциональная тема жизни – это, в принципе, примириться с тем, что все приходящее. Если люди идут глубже по пути, который нам рисует наш великий мастер, очень, если бы я называл систему, которую нам предлагает Андрей, я называл ее «Раджа-йога». По этому пути не так много людей могут идти. Но все-таки, если бы кто-то решился идти, то следующее препятствие, ужасным препятствием на этом пути станет то, что Сан-Хуан де ла Крус называл «темная ночь души». Когда ты вынужден, однозначно вынужден отказаться от своего «я». И это темная ночь. Об этом писал не только Сан-Хуан де ла Крус, но он это наиболее полно выразил, этот момент,
когда ты вынужден понять, что ты не можешь опираться на свое собственное «я». Давайте пожелаем и нам, и нашим добрым слушателям, чтобы мы смогли встать на этот путь, потому что, наверное, это единственный путь, который может спасти наше человечество от губительной радиации низких миров. Да поможет нам в этом Всевышний наверху и Бог внутри нас. Несомненно. Я хотел бы тоже завершить наш круг, просто призвать ко вниманию всех присутствующих, которым кажется, что жить по привычке можно, и даже это самый оптимальный вариант. Но обратите внимание, что каждый из мастеров, которые говорили, они, я знаю это по себе, внутренне готовились к этому разговору. Да? То есть нет такого, такой точки на жизненном пути, когда ты перестаешь искать. Вот я, например, многое, что вынес из сегодняшнего разговора, над чем я еще буду думать и размышлять, и использовать в практике. Вот. И я вам всем желаю, да, вот перестать жить по привычке, вот прийти в виртуальную Баня-Ленд, да, снять с себя все одежды, поменять шапочку, да, и посмотреть на все с другого ракурса. Потому что на самом деле, как говорил великий Пифагор, тело ограничено линиями, плоскостями, плоскость ограничена линиями, линия ограничена точками, а точка – это возвращение к единому, безграничному внутри себя. За него и выпьем. За просто... Я жду от тебя вообще сборника стихов. А тебе, дружище, нужен переводчик. У меня сегодня прям... Я себя пытался сдерживать. Я хотел вот тебе сказать, стоп, я должен мастера перевести на общечеловеческий. Ну, пишу работу уже много лет с терминологией современной йоги, йога современного мира, где вот все, что, о чем я говорю, я пытаюсь перевести в такой формат. Прям, поэзии, это, формат это, поэзии, значит, да. Потому что в поэзии нет лишних слов. Там это все очень строго. Да. Но я больше, видимо, не поэт, а больше ученый. Хотя... Ученый, поэтому... Но стихи я тоже пишу. А в ученом, в науке то же самое, так сказать. Все на мите редактора. Да. Я вам пришлю несколько своих книгу, стихов. Андрей, эту. Я буду вставлять через определенные порции истории Мулы Насреддина. Отлично. Это будет очень хорошо. Всем вам, всем удачи. Всем до встречи. Будьте здоровы, здравы и счастливы, да, несмотря ни на что. Да. Сегодня хорошая беседа, более-менее. Да. Следующая встреча у нас будет, не забудьте, какого числа? Сейчас скажу. Главное, чтобы война не началась. Да, 2 марта не начнется. Мы сейчас, после нашей встречи уже не начнется. Все, мы все, ее... Да, напишем, да. Да, 2 марта. Отлично. Всем, всех благ. Уже весна будет, здорово. Лай-ла-хай-ла-ла. Ла.